Подевается. Мы хотели отметить Новый год. Дорогие, в итоге мы не могли смотреть, потому что не пускают полицейские. Вот. Очень строго запрещают. Едем домой обратно. Надеюсь, что мы успеем смотреть новогоднюю передачу. У нас каждый конец года награждают актрисов, кто лучше всех играл. И вместе отмечаем Новый год. Когда было награждение, И Джонсок открыто сказал, что он и Аю, они встречаются. Поздравляю! Новый год мы очень рано проснулись. Да. Поедем. Большинство корейцев едут посмотреть первый выход солнца Нового года, поэтому даже мы отправляемся 5 утром, бывает пробка. Честно, я очень хочу спать. Рано утром вставать это очень сложно. Мне эту шапку подарили, но друзья говорили, это похоже на шапку бабушки. Где-то 3 часа, а мы приехали. 2023 год будет самый лучший год для вас. Чем я ожидала, очень многие собирались. С Новым годом скорее. Холодно, поэтому люди ждали в кофейне и уже вышли отмечать. Рюкзак папи — это магический рюкзак. Все есть, перчатки, шапки и так далее. Ай. Говорят, оттуда появится солнце. С Новым годом! Какое настроение 1 января? 45 год. Уже больше часа ждали, 8:30, но солнца пока нету еще. Тоже люди ждут и стоят. Кто-то поднял. Ой, камни. В новостях говорят, что уже солнце появилось, но у нас нету, поэтому я очень-очень расстроилась. Уже на море прилив начинается, поэтому вертолет предупреждали, чтобы люди не близко подошли. Если сегодня не будет, завтра еще приедем. Да. Видите, вот такое блядь. Хотя солнце появляется каждый день, все равно сегодня Новый год — это особенное что-то. Первое солнце Нового года приносит счастье, поэтому мы загадывали желание для вас, для тех, кто смотрит это видео, чтобы вы всегда были здоровыми и счастливыми. Я наконец подняла полностью солнце. Спасибо, в этом году солнце появилось 8:15. С Новым годом еще раз. Хочу много-много кричать. Пока. Спасибо, что посмотрели мое видео. В этом году тоже прошу продолжать наблюдать меня. Будем любить больше вас в этом году.